Воспитать в сельских женщинах деловые качества. За такую задачу взялись казахстанские общественные фонды. В этом году они намерены обучить около 1500 жительниц аулов. А еще выделить 10 грантов для семьи самых смелых бизнес-леди. Для каждого проекта предусмотрено по 600 тысяч тенге. Чтобы получить эту сумму, начинающим предпринимательницам нужно составить бизнес-план и защитить его. Вот тут как раз-таки и начинаются проблемы, говорят специалисты. Женщины на селе недостаточно информированы и не обладают необходимыми юридическими знаниями. Чтобы исправить ситуацию, общественники намерены организовать специальные консультации для сельских женщин. В качестве пилотного проекта уже выбраны две области – Акмолинская и Алматинская. Самое главное – деньги есть, программы есть, планы есть, но мы просто его не всегда доводим до этих женщин. Как этот бизнес развернуть, как его потом до потребителя довести, вот написать тот же бизнес-план. Сейчас скажи сельским женщинам, они пугаются, что это такое. А мы им покажем, что это очень просто, нужно приложить немного усилий и дать немного знаний.